Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем новом продукте – диффузоре заднего бампера для автомобиля Hyundai Genesis Coupe. Деталь изготовлена методом термовакуумного формования ABS-пластика, толщина 3 мм. Основной идеей при разработке у нас была возможность установки этой детали на дорестайловой и послерестайловой Genesis Coupe. А я напомню, они выпускались с 2008 по 2016 год. И возможность установки как европейского номерного знака, так и американского. По низу диффузора предусмотрены крепления в штатные места на заднем бампере, а верхнюю часть мы будем крепить с помощью полиуретанового герметика. Для установки нам понадобится шуруповерт, либо дрель, состав, которым можно обезжирить поверхности, полиуретановый герметик и непосредственно сам пистолет, которым вы сможете надавить этот герметик. Наш диффузор установлен, и для временной фиксации мы использовали скотч. Очень важно, чтобы он не оставлял следов после того, как вы его снимете, и имел высокую прочность для того, чтобы зафиксировать деталь на кузове. И теперь нам необходимо выждать время полимеризации герметика, и в нашем случае это 1 час. Помимо диффузора, который мы только что вам представили, мы разрабатываем большое количество деталей для этого автомобиля. К этому можно отнести и бодикит версии 1, и бодикит версии 2, и крышку багажника, которая, кстати, представлена на этом автомобиле. А помимо этого, огромное количество деталей для различных автомобилей, с которыми вы, кстати, можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Забыл сказать самое главное. Если вы по непонятным для меня причинам часто кого-то таскаете на буксире, то этот диффузор вам не подходит, потому что в нем нет отверстия под буксировочную петлю.